зовут Ситора Флиан. Я работаю в департаменте планирования в бюро внутри заводских поставок. Я инженер-плановик, планирую детали на ГСК-1 и ГСК-2. Моя номенклатура – полиамидные жгуты. На КАМАЗе работаю уже почти полтора года. Пришла работать в мае прошлого года оператором ЭВВМ. В целом работа интересная, мне нравится. Мое утро начинается в 5 часов, я быстро собираюсь, завтракаю, кормлю кота и попугая и еду на работу. Работа начинается с 7 утра. Как прихожу на работу, я делаю трехсуточную потребность. То есть я планирую детали на цех, какие будут создаваться в течение этих 3 дней. Моя работа заключается в планировании деталей. Я делаю планы, отчеты, производственные заказы. Еще я обрабатываю коги и в конце месяца списываю детали. Про проект заводчанки я узнала через портал «Вести КАМАЗа». То есть мы часто наблюдаем в новостях, нам приходят новости, и мы смотрим красивых девушек, все достойные очень. Решила я тоже поучаствовать, мне пришла заявка. Я живу в интернациональной семье, поэтому у меня такая необычная фамилия и имя. Мое имя в переводе «звезда». И у большинства восточных народов есть это имя. То есть мое имя восточное. Я занималась теннисом, писала стихи, иногда люблю порисовать в свободное время. Когда прихожу с работы, я люблю погулять по лесу, подышать чистым воздухом. Люблю кататься на велосипедах. Еще я очень люблю готовить. У меня очень хорошо получается плов, манты, то есть восточные блюда. На выходные обычно летом я выбираюсь на дачу. Мы жарим шашлыки. Тем самым я отдыхаю от работы и с новыми силами прихожу в будние дни работать. А в моих планах получить высшее образование, и совсем скоро я уже пойду учиться на права. Моя мечта – водить машину. Да, я бы очень хотела покататься на КАМАЗе.